Здравствуйте, дорогие друзья рыбаки-любители! И снова для вас новости рыбацкого комитета, и я их ведущий Петр Глухов. На этой неделе основной новостью является косвенно подтвержденная информация о переводе начальника Росрыболовства Челябинской области Лосева Владимира Михайловича в Нижнеобское территориальное управление. Туда его забирают на должность главного государственного инспектора Нижнеобского территориального управления. У многих рыбаков-любителей встает законный вопрос, как господину Лосеву удалось избежать ответственности за нанесение телесных повреждений пенсионеру. За что такое повышение? Не за огромное ли количество протоколов, выписанных инспектором его подразделения Кулапиным, на рыбаков-любителей, которых неистово стали выгонять с озер области как раз с прихода в область начальника Росрыболовства Лосева? А может, это благодарность предпринимателей за принудительное удаление граждан с водных объектов общего пользования и предоставление им преимущественных прав пользования этими водными объектами? На этом я заканчиваю информационный выпуск. До свидания, до новых встреч.